вверх тормашки на катание, на Покатиловской горке. Мы пришли, мы погодились. Полезности. Блин, забыл выложить из кармана. Что в руках не поломалось. Полезности. Выкидывает клещей, собранных в лесу. Растрясывает кости, мясо и еду, жратву, которую сожрали. Короче, кайф еще вечный. Крутишься, вертишься, вокруг трава в глазах, земля, кусты, солнышко сияет, так между так бликами, горка градусов 45, может 50 местами. Сейчас я вам покажу, такая горка, такая во враге, такая классная гора. Вот она, гора. Такой бугор уходящий. Вот она гора, горка. Значение 45, наверное. И вот там ставок, а тут бугорок травяной. Даже зайцы бегают иногда. Это кто-то съел птичку. Птичку-невеличку. Наверное, лисичка. Весна на улице. Каменные джунгли. О, кирпич. Цветочки. Где-то есть цветочки. Маловато. Ну, был вчера. Вот, травка зеленеет. Солнышко блестит. Весна уже пришла. Сегодня 5 апреля, где-то, наверное. Вот они, цветы, вижу. Мы идем к цветам. Мы идем к красавцам, цветам. Почти сон трава, но желтые какие-то. Вот они какие красавцы. Вы видите, желтенькие цветочки. Суперские. Желтая сон травка. Весенние цветы. Так что наслаждайтесь катанием вверх тормашками, горными катаниями вверх тормашечными. Всем пока.